Всем привет! Очередная посылка. Вот с такой рыболовной приманкой. Тоже проберос этот. Здесь вот на картинке нарисованы шарики, которые внутри этой рыбы находятся. Не знаю, есть они тут. Она есть. Такая тяжелая рыбка. Тоже есть какая-то играющий хвост. Да, шарики слышны, и рыба такая тяжеловатенькая. Ну, интересная такая расцветка. В принципе, все покрашено, все, смотрю, целое. Крючки. О, крючки острые. Да, крючки острые. Второй не очень. Надо подтачивать будет. Так, сама рыбка. В принципе, целая, смотрю. Глаза на месте. Сейчас проверим ее вес. Вот, вес этой рыбы 22 грамма. В принципе, почему я и говорил, что она такая тяжелая. Такая увесистая. Ну что, в принципе, все целое, как играет рыба, если получится, запишу. А так все на месте. Покрашено тоже, в принципе, нормально. Крючки острые. Так что продавец честно отправил качественную рыбу, не побитую, не поломанную. С острыми крючками. Я так понимаю, в хвосте, наверное, нету ничего. Хвост такой не тяжелый. Вот сама рыба тяжелая. Рыба целая, все на месте. Так что можно без проблем покупать у этого продавца. Он высылает качественный товар. Целый.
Все.